Привет, мои дорогие! С вами снова Юрий Пузыревский. И в этом коротком видео мы с вами разберемся, что же такое модель креативности, модель Уолта Диснея. Для начала, для чего эта модель? Обычно эту модель используют при создании чего-то нового. И, как говорят, сам Уолт Дисней все свои шедевры создавал именно благодаря этой модели. В чем сущность этой модели? То есть есть, условно говоря, неких три роли, точнее даже четыре. Мечтатель, реалист, критик и наблюдатель. Можно даже сказать, что это неких четыре архетипа. Но давайте не будем углубляться в архетипы. В архетипы мы просто условно возьмем четыре позиции, которые обладают определенными функциями, то есть которые обладают определенным функционалом. И первая модель – это мечтатель. Первая модель – это мечтатель, это состояние, как в детстве, я здесь даже помечу, это как в детстве, как я хочу. Это вот если вы вспомните себя, когда вы о чем-то мечтали, когда вам не было никаких границ, да, я иногда вспоминаю состояние, когда я там смотрел на облака и представлял, как я по ним путешествую, да. Вот это именно то состояние, когда нету ничего невозможного. Это когда вы лепите свои замки из песка, да, создаете какие-то миры. Это состояние творчества и креатива. Следующее состояние – это реалист. Вот состояние реалист – это такой конкретный делатель. Он находится в здесь и сейчас, и обычно он говорит: «Так, окей, что нужно конкретно сейчас сделать?» Вот этот человек, который прям вот берет и делает, вот берет сразу и делает. Окей, и следующий — это критик. Многим эта позиция известна. Причем критик у них работает как в отношении других, так и в отношении самого себя. Да, и вот здесь критик — это состояние такое, это такой доброжелательный критик, который вносит конструктивную критику, исходя из своего опыта. Ну и наблюдатель – это так называемая мета-позиция, да, каждый NLP-ер обязан знать приставку мета. Мета-позиция, либо позиция стороннего наблюдателя, которая по большому счету, ну, не обладает какими-то особыми качествами, но у нее есть важное качество. Она может холодно, хладнокровно оценить позиции всех остальных. Итак, друзья, чтобы сделать технику, модель Уолта Диснея, что вам нужно сделать? Вам нужно подготовить пространство. Для того, чтобы подготовить пространство, как это обычно делается? Как это обычно делаю я со своими клиентами, либо как это делают на тренингах по NLP? Нужно подготовить 4 стула. Ну, соответственно, один стул для мечтателя, другой для реалиста, третий для критика и четвертый для наблюдателя. В пространстве это можно расположить схематично, приблизительно то же самое, что и я сделал. То есть вот здесь спинки стула, да, ставим 4 стула и один напротив. Что мы, какие навыки нам здесь еще понадобятся для того, чтобы эффективно использовать эту модель? Нужно уметь вызывать у себя состояния. То есть смотрите, у вас есть какая-то определенная цель, задача. Ну, допустим, вы хотите создать какой-то новый продукт. Да, напишу прямо здесь продукт. Планирование не мой конек, как говорят, да? Хорошо, друзья, вот у вас есть продукт, который вам нужно создать, вывести на рынок и так далее и тому подобное. И, конечно же, вы не знаете, каким он будет. И вам хочется вот создать что-то новое. Вы расставляете 4 стульчика. 4 стульчика, и вы уже знаете свою цель. Вам нужно что-то придумать, вам нужно что-то скреативить и, скажем так, воплотить в жизнь. И когда вы поставили 4 стульчика, первый стульчик — это будет мечтатель, второй — реалист, третий — критик, и четвертый будет метапозиция, либо наблюдатель. Вы подходите к первому стулу, где у вас будет мечтатель, и садитесь на него, соответственно, и сидя, вспоминаете себя в детстве, как вы когда-то о чем-то очень сильно мечтали. И когда у вас не было никаких границ, и когда вам было просто невероятно легко. Когда вам было невероятно легко, и, как правило, это в детстве. Да? То есть здесь такой идет отрыв от реальности, мы просто улетаем в какие-то нереальные свои миры, и там мечтаем. Вот посидев на этом стуле,
у вас автоматически, да, ставится пространственный якорь, то есть якорь мечтателя. Потом вы поднимаетесь, выходите и становитесь где-то, для того, чтобы разбить состояние, становитесь где-то в позиции между наблюдателем и реалистом, да, просто для того, чтобы немножко разбить состояние. Потом вы подходите к стульчику, где реалист, садитесь в него и вспоминаете, когда вы были прям вот таким вот делателем. Вы делали, у вас все получалось, но у вас не было такого ни оглядки в прошлое, у вас не было сильных мыслей о будущем. Вы просто, у вас есть задача, и вы ее выполняете. Постарайтесь вспомнить это состояние и посидеть в этом состоянии на этом стульчике. Соответственно, у вас автоматически заикарится это состояние. Дальше, соответственно, что мы делаем? Опять становимся в какую-то позицию, это будет еще одна метапозиция, метапозиция 2, между, для того, чтобы разбить состояние, когда вы постояли, точнее посидели в реалисте, вы разбили состояние и уже подходим к стулу критик, садимся и, ну, позицию критик обычно никогда не возникает проблемы, как ее вспомнить. Вы садитесь в стул, где сидит критик, и вспоминаете, когда вы кого-либо к чему-либо обучали. Причем так обучали жестко. Обучали, когда вы знали, как надо. Да? Вот критик, он учит, как надо. Вспомните это состояние, и оно автоматически у вас уже как бы заикарится. И это отлично. Эти якоря пространственные, они вам будут существенно помогать. Что мы делаем дальше? Дальше мы садимся в позицию мечтателя, да? Когда мы уже вышли, разбили состояние, вспоминаем про свой проект, про свой продукт и садимся в позицию мечтателя. Садимся на этот стул, садимся, расслабляемся и из этого состояния творчества начинаем мечтать. О том, вы создаете реально нереальный супер крутой продукт, да, то есть вы сейчас в позиции мечтателя думаете о своей цели и из состояния творчества думаете, причем здесь не важно ничего, у вас нету никаких ограничений, создаете свой идеальный продукт. Когда вы посидели в позиции мечтатель, вы создали этот продукт, описали его каким-то образом, представили себе, увидели, услышали, почувствовали, вот он идеальный, вы готовы, окей. После этого вы переходите в позицию наблюдателя, садитесь, то есть на этот, на четвертый стульчик, смотрите так на того мечтателя, представляете себя, как вы видите этого мечтателя, и возможно, когда мечтатель создал продукт, то есть это физически вы переходите между стульями, когда мечтатель создал продукт, вы можете со стороны наблюдателя просто посмотреть и, может быть, мечтателю дать какую-то простую рекомендацию о том, как он мечтал. Здесь не нужно никакую обратную связь, ни критика, ничего. Если есть что сказать, сказали. Если нет что сказать, не сказали. Просто побыли немножко в позиции наблюдатель, отдохнули, то есть у вас уже и состояние разбилось, и потом вы заходите в позицию реалист. В позиции реалист вы уже опять представляете созданный продукт мечтателям, но с позиции реалиста постарайтесь, сидя на стуле реалиста, получается на этом среднем стуле, постарайтесь оценить реально, что можно сделать для создания этого продукта прямо сейчас. Вот что прямо, какие у вас есть ресурсы, не какие-то, которые могли бы быть, а что вот можно прямо сейчас брать и делать. Вот реалист он такой, сейчас беру и делаю. Окей, и когда вы посидели в позиции реалиста, пооценивали этот продукт, лишнее, соответственно, точнее нереальное скорее, вы отбросили и оставили нечто важное и нечто такое, которое можно выполнить здесь и сейчас, прямо сегодня, вот прямо начать вот это делать. Окей, когда вы побыли в реалисте, опять переходим в наблюдателя, смотрим на позицию реалиста и смотрим и на мечтателя, и на реалиста. И вы можете уже с позиции наблюдателя дать реалисту какую-то обратную связь. То есть смотрите, здесь наблюдатель, естественно, это все вы. Вы всегда являетесь, просто вы переходите, скажем так, между разными архетипическими ролями. Вы переходите, и возможно у вас со стороны наблюдателя уже появляется какая-то обратная связь для реалиста. Вы можете
этому реалисту что-то сказать, можете ему что-то порекомендовать. Причем можно вслух, можно мысленно. Я рекомендую вслух, хотя, если кто-то зайдет, может подумать, что у вас там расчетверение личности, но это ничего страшного, не обращайте на кого внимания. Техника очень крутая, она вас продвинет, а те, кто думает о вас, скажем так, не из лучшей позиции, это их проблема. Ну и, соответственно, потом, когда вы уже посидели в наблюдателе, заходим в позицию критика. И уже, когда поработал мечтатель, создал модель какую-то идеальную, классную, когда уже поработал реалист, и он создал какую-то модель, тоже он отбросил лишнее, то, что нереально, и оставил то, что сделать реально, приходит роль критика. Причем критик здесь конструктивный. У него есть какой-то опыт, и он может поучить вас как надо. Да? Он может здесь с позиции критика, я напоминаю, что когда вы пересаживаетесь в разные стулья, вы уже таскаете за собой другие состояния, которые вы предварительно создавали. И идете дальше. И уже со стороны, скажем так, этого критика, со стороны критика вы можете дать какую-то обратную связь по своему же продукту, уже реалисту, да, то есть вот немножко так его покритиковать и дать ему конструктивную критику. После того, как вы, и друзья, обратите внимание, в этой модели очень важно переходить из позиции в позицию, как через наблюдатель. Потом вы садитесь обратно в позицию наблюдателя и обратите внимание, что здесь еще можно сделать, какая здесь еще есть фишка. Когда вы сидите в позиции наблюдателя, для чего мы, скажем так, мы эти внутренние части личности, мы их разъединяем и разносим по разным углам, по большому счету. Потому что очень часто между вот этими частями личности бывает конфликт. И вот сейчас со стороны наблюдателя вы можете дать какую-то обратную связь каждой роли, каждой вот этой архетипической роли. И когда вы дали обратную связь, что мы делаем? Если вы понимаете, что вот побыв в каждой роли, продукт уже готов, то окей. Если вы понимаете, что вот все, я уже все продумал, я уже все просчитал, я уже готов к реализации, что тогда можно сделать? Тогда мы просто идем и собираем все воедино. Но если вы понимаете, что нужно еще немножко поработать, то вы делаете тот же самый алгоритм. Опять возвращаетесь в мечтателя. Мечтатель что-то, ну, то есть смотрите, друзья, можно такие большие круги делать по многу раз. Да? По многу раз, много раз прокатывать в мыслях свой продукт через разные роли. И, соответственно, вы будете тогда улучшать свой продукт, но улучшать не просто из позиции, допустим, мечтателя, который оторван от реальности. Это с одной стороны и хорошо, а с другой стороны, когда вы начинаете, то есть смотрите, чем позиции эти характерны, да? У каждой позиции есть своя определенная роль, и она, и проходя по каждой позиции, условно говоря, создавая свой продукт, вы его делаете наиболее приспособленным к реальности. Допустим, если у вас сильно развит внутренний критик, то он будет мешать креативу. Если у вас очень сильный реалист, то здесь тоже могут быть разные вариации. Вы можете, реалист будет тупо делать, но не будет, реалист может делать, ну скажем, дурную работу, потому что реалист это такой работяга. Это такой вот работяга, которого нужно направлять. Это знаете, как бык, да, вот он как будет идти, как каток, да, его нужно немножко давать ему направление движений. И все эти роли важны. Если вы поняли, что вы уже несколько раз прокатали вот эту модель и побывали в разных ролях, все через наблюдателя, вы можете сделать следующую вещь, очень важную и очень крутую. Когда вы уже поняли, что ну приблизительно, да, вот мой проект, моя задумка уже близка, скажем так, к идеалу, одновременно она приближена к реальности, да, через позицию реалиста. И с позиции критика уже приблизительно просчитаны все риски, да. Вы тогда делаете следующую историю. Вы заходите из наблюдателя в позицию мечтателя, еще раз просматриваете свой проект, возможно, что-то в него новое, креативное добавляете, но уже не переходя в позицию наблюдателя, вы посидели в мечтателе, потом пересели в позицию реалиста и потом пересели в позицию критика. То есть, условно говоря, на последнем шаге вы просто
объединили все эти три позиции как бы в себя, тем самым образуя некую целостную картину. И поверьте мне, друзья, очень рекомендую сделать. Если вы даже можете на какой-нибудь простой задаче прокатать эту модель. Когда вы прокатаете на простой задаче, ну, допустим, что мне подарить жене или другу, да, можно просто вот поработать с какой-нибудь такой задачей, и это уже очень сильно вас продвинет. А если вам предстоит создавать бизнес, если вам предстоит создавать какой-то серьезный продукт, то без этой модели, ну, практически нереально. Я могу сказать, что я не все, но многие свои тренинги я прокатываю по этой модели. И очень часто, когда я сомневаюсь, делать какое-то упражнение на тренинге или не делать, я прокатываю его очень быстренько, там, трачу на это 15 минут времени и быстро прокатываю его через модель Уолта Диснея, чтобы для себя конкретно уже утвердиться, делать или не делать. Мои дорогие, большое спасибо за просмотр этого видео. Ставим лайки, подписываемся обязательно на канал, и я жду ваших комментариев. Но жду ваших комментариев после того, как вы проделаете эту модель. Мне очень важно, чтобы вы сделали и потом написали свое мнение. А я обязательно вам отвечу. На этом у меня сегодня все. До скорых встреч. С вами был Юрий Пузыревский. Пока-пока.